хочу сказать полное свое мнение о руле Ричи Бикон VKS серии, то есть World Championship Series. Это из отличает его от обычного алюминия 7050. В общем, прошел год, я на нем катаюсь, ну, естественно, не считать зиму. Все лето прошлое откатался, осень. Сейчас уже весну Хочу сказать, что очень крутой руль, отличный. Прямо вообще я доволен. Сейчас скажу, все плюсы и минусы есть у него, естественно, недостатки и очень положительные черты от обычных рулей. Примерно я его представляю как чисто для внедорожных покатушек. Для обычного дорожного туринга. Мне кажется, он будет и с излишком. То есть его ширина, его э, вот этот и вот развороты и э, верхний хват. Верхний хват э, не очень удобен будет. Он сделан в основном для нижнего хвата. То есть если вы в большинстве своем, как МТБ, дропбар, используете велосипед э, типа гревела там, или как вот у меня в данном случае такой МТБ туринг стальной Кома Сутра Unlimited 2021 -го года, то э, для туринга внедорожного, горного, отлично этот роль подойдет. То есть как раз вот мне на 100% он подходит, э, для чего, в принципе, я его и брал. Я э, в основном, когда вне дороги, вне асфальта езжу в дропах, то есть и в нем комфортно, посадка не растягивается, потому что перепад здесь 80 мм, один из самых коротких вообще. Здесь у него расстояние по-моему, 80, ой, 65, по-моему, миллиметров. То есть, одно из самых коротких тоже, то есть, тянуться к дуалам не надо. Здесь у него, значит, назад немного загиб идет, то есть, он еще ближе к тебе. Плюс, если с коротким выносом, вообще будет как, наверное, как, как палка практически, только хват удобнее гораздо и большинство хватов. Здесь вот у него, значит, тоже более такое приплюснутая, расширенная. Тоже удобно очень браться. Потом, что еще? Ну, вообще расскажу, что из-за того, что маленький перепад, то есть, говорю, спина там не устает, можно в этом хвате очень долго ехать. И даже не замечаешь, когда с этого хвата перепадаешь на этот. то есть, можно одну руку так, Другую сделать, значит, так и ехать спокойно, не напрягаясь э очень долго. То есть даже я, э если по асфальту еду, я не, не в этом хвате, не в этом могу, а вот в этом просто расслабленно ездить. Или особенно, когда э по асфальту гонишь, там какой-нибудь э спуск крутой, так вот схватился, особенно вот здесь вот еще большее расширение, то есть руки как бы вообще расслабляются посадка чуть-чуть вытягивается. Здесь вот у него тоже какой-то как бы якобы эргономичный немного хват, как у Ричи Венчур Макс, только он более такой сглаженный. То есть так схватить тоже очень приятно. Либо здесь, либо здесь. Но я обычно хватаюсь вот так вот, если что нужно тормознуть. То есть спокойно тут у меня Пальцы не, не такие длинные, и все равно как бы, спокойно я достаю э, в любом положении. Что здесь вот эргономичный, что вот так вот я схвачусь. То есть, когда так хватаешься, как бы не очень руки. Ну, то есть не самая его широкая часть. Здесь вот самая широкая, естественно. Здесь вот где-то, это 46-й версии, размер здесь 61 сантиметр э, Здесь по дуалам, как бы вот отсюда они считают 46 сантиметров но если здесь брать, то тут вообще что-то, по-моему, 44-42. Вот. Более узкое такое. Поэтому перепады вообще такие более широкого, более узкого. То есть по дороге гонишь вот так вот. В принципе, я и в лесу в этом хвате нормально себя комфортно чувствую. То есть уверенно. И что прикольно... Ну, у меня гидравлика тормоза с REM Rival, вот, я могу тормозить спокойно Одним пальцем, прямо в лесу, таких нормальных крутых спусков, и ничего не мешает. То есть это именно из-за вот этого всего здесь положение. Э, ручки настраиваешь любое и не будет как бы мешаться можно свободно. Другой у меня стоковый руль был. Э, я так не мог, одним пальцем, не знаю. У него он более широкий и не такой развернутый. Тут 36 градусов разворота. У него был, по-моему, 20 или что-то такое. Вот так э, нельзя было. Здесь вот я свободно себя чувствую комфортно. Вот, э, вот это вот такие главные плюсы, что он, как, наверное, этот Шурли Корнер Бар сейчас, э, такой стальной э, роли есть он чисто как под э, ручки мтбшные Торм тормоза и переключатели вот и у него как бы такой вот хват только один вот здесь мне кажется примерно такой же руль что хват в основном чтобы руки у тебя были вот здесь вот ездишь вот в этом хвате и все как бы вообще комфортно очень то есть он не такой прямой а вот именно развернутый и кайфово гнать вообще, если под себя прям настроить, ну, в принципе, я его быстро под себя настроил, просто было неудобно вот в этом хвате, потому что здесь вот руки очень вывернуты. Ну, вот это вот сейчас перейдем к этому вот его основному минусу. Вот, а вот в этом хвате вообще комфортно. То есть, схватился и себя вообще чувствуешь комфортно. И неважно, какая у него ширина там. Есть сейчас версии еще более широкие, но мне кажется, это вот по слишком больших людей метр 190 которых руки длинные а вот этого вообще просто хватает вот я весь загруженный вилл у меня был спереди все загружено было и мне было комфортно вообще в этом хвате спускаться там подниматься крутые там повороты и так далее то есть он чисто вот именно для внедорожья создан и если вы ездите в дропах в основном то он отлично для вас, для вас подойдет если ездите только там по асфальту, в основном он как бы вообще не нужен, в принципе. Ну, будет, да, как бы комфортнее вот здесь вот дроп удержаться. Ну, зачем? Вот здесь вот не очень будет комфортно. Но когда, если вы гоняете во внедорожье, и вы его возьмете, то вы больше в дуалах как бы не захотите ездить, потому что вы больше будете здесь ездить. Здесь реально гораздо комфортнее и просто велик по-другому ощущается, очень кайфово, мне прям приятно даже браться за сюда из-за вот этого вот его разворота, там, ну, я не знаю, вообще всей формы, то есть очень кайфовый руль, И реально этот не пожалеете, если попробуете его, вот, но основной, говорю, минус, это вот здесь вот, то есть, э при любом настройке я всячески пробовал, выше, ниже, если долго держаться за сюда, руки начинают вот здесь вот болеть, уставать, ну прямо, не знаю, через сколько километров, я, по-моему, подойдет отлично, не будут уставать, если у вас не гидравлика, дуалы, а механика, они здесь как бы более такую закруглую форму идут. И то есть вот так вот будет удобно держаться. Хотя тоже будут уставать, смотря какая нагрузка еще на руку будет. Если у вас седло на одном уровне с выносом сорлем, тогда нормальная нагрузка. Не очень сильная будет А если совсем уже руль там э, Ниже и выше седло То есть нагрузка больше на руки На запястье, тогда будет, да, неудобно Руки будут вставать, напрягаться Я не знаю там Ну то есть проще будет вот в этих вот ездить В дуалах, ой, в дропах И все как бы, то есть для этого В принципе его и надо покупать Потому что перепад небольшой В принципе Ничего страшного не будет, что нагрузки На какой-то для позвоночника вот, а я как бы для туринга брал э, внедорожного, и мне, в принципе, несущественно это, как бы, я нормально езжу, у меня не устает, у меня положение седла и руля практически на одном уровне, все нормально, но хотелось бы, конечно, более такой прямой формы, э, потому что иногда, как бы, начинает там, руки, ну просто побаливать немножко, точнее, некомфортно, не то что побаливать, просто некомфортно э, чувствую, вот, и нужно привыкать к нему. Я уже привык за год, мне в принципе нормально. Но вот когда после зимы, как бы сначала непривычно, естественно, я вот э, на таком ездил зимой на фетис, то есть с таким рулем, и естественно перейти к этому непривычно, в этом-то сразу <с> привычно и кайфово. Я бы даже вот такой бы поставил вообще бы на no фэт. На самом деле, если бы зимой ну, не вот это вот, потому что как тормозить, там в варежках не очень удобно и вообще держаться вот за это. В принципе, можно и за это, но ладно. Не суть. И м -м, руки вы вот так вот вообще не будете же выворачивать постоянно, держаться. Будете все равно вот так вот э -э, в прямом как бы, положении держать не вывернуто, потому что там кистям вообще неудобно. Будете вот так вот держать. Обычно я держусь вот так вот. Не прямо вот, вот сюда вот так вот. Что я сейчас торможу, мне там пальцы задевают. А я немного, вот у меня такая выпуклость э, есть, получается, из-за обмотки. И как бы она ложится хорошо в кулак. И получается я торможу. И рука как бы более таком прямом горизонтальном ну э, как вертикальном там положении э, параллельно более получается руки э, друг к другу они а вывернутые вот и комфортно но у кого говорю седло выше то есть нагрузка вообще будет на вот эту вот часть э, большая и будет наверное некомфортно вот такие вот тонкости хотела сказать что если кто будет брать его нужно понимать вот это все вот а так в основном все супер отличный руль не могу нарадоваться очень комфортно прямо такой мтб дропбар и вот такой вот руль нужно вообще ставить на такие велы и которые как бы не по асфальту, не дорожный туринг, а именно МТБ туринг. Ну или на вы ставить, где в основном там в лесу гоняете и как бы в дропах только едете, когда там до, до леса, допустим. Вот. Либо в этом положении. Так что вот. Все. На этом, в принципе, советую. В общем, этот руль. МТБ. Дроп-бар тех, кто катается в недорожье, занимается турингом недорожным, как я.